Хо, вы что меня лапать собрались? Некрасиво, он ребенок, он, ему еще нет 18. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакция на видос Валеры Гостера. Это снова Little Pony Nightmares 2.2. Ну, типа, вторая часть. Давайте смотреть 2.2. Как и просили, маленькие ночные мрази 2. На связи пакетоголовый любитель шишек и дождик. Шишечки, это, да, интересно, смешные. Что? Откуда звук? А, с игры Honkai Impact. Просто посмотрите, какие дамочки. Ох, охайо! Блин, забавно. Хорошо, рекламная интеграция — это хорошо, потому что автор покушает. Автор хорошо покушает. Тем более, охайо — это, ну, даже классика. А, ну, тут пати у пацанов свое. Это принудительный скид, ничего нового. По сути, обычная перемена. Каждый занимается своим делом. Вот здесь сделали зоопарк, засунули чувака в помойку. Это битмейкеры какие-то. Вот диджей растет. Слава, что ты сделал? Эти, по-моему, уже все, они уже выбрали свою профессию. Такие, типа, на трассу. Ваня, все нормально у тебя. Хорошая профессия, качественная. Нет химии, да? Ё-моё, как мне надо идти. Я кое-что придумал. Давай падай. Я тоже так хотел сделать сначала. А никто не знал! Ты что, меня жаба перепутала? Захавала меня жестко. Хватит, меня есть. Вот это сейчас в смысле. Не, он прям в рот залетел. Формула топ. Что-то на уровне интегралов для меня. Интересно. Ну да. Блин, да что это? В смысле? А где ведро? А чё так поздно? Ведро! Упражнение бег 10 по 10 от ведра. Не зачет. Ну давай, давай, подходи. Ой. Ой-ой-ой. До свидания, Валера. Понял. Валера, это мое. Все, давай, ты спасена. Как бы головой ты только не убилась. Нормально. А может, мне нужно было что-то отдыхать сначала? Я не подумал. Я же сначала делаю, потом думаю. Эй, как тебе в толчке валяться? Нормально? А прекрасная мелодия. Не останавливайся. Давай еще. Да красиво, что ты остановилась? Неужели? Нет, 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 нет. Мне нужен табурет этот. Табурет. Да там дальше просто та-та-та-та. Та-та-та. Давай! Господи, какая мелодия, всю жизнь бы. Играй! Восхитительно. Нет, ты серьезно, там три аккорда и прыгать по койкам. Это что за... Это что символизирует прыжки по койкам? Кто не объяснил, я не понимаю. Я сказал бы, как вот два человека стояло возле стенки, как на трассу хотят. Вот это символизирует. Понял. Делать так не будем. Он, кстати, светится, смотрите. Приятный свет. Замало бутылку. Не ломай. Можно немножко уважать? Ну ломай, ломай, мы же богатые, да, позволить можем. Мне говорили, что это она. Поверю на слово, потому что никак это проверить не получится. О, фонарь. Что за Little Outlast? О, да, наконец-то могу посмотреть телек. Опять ты меня выточила? Хватит. Мы по очереди смотрим, помнишь? В мишки. Мультики, по очереди. Это как, знаете, раньше играли в PlayStation по очереди, там, в Dendy. Классно. Это времена. По уровню проходили. А, ну теперь все, женщина, вижу. Сука, йогурт, скелетон. Да, я тоже просвечу. Просвети меня. В смысле, я тоже женщина? Ключ. Намек понятен. А в нас ничего. Точно, ну как бы. У женщин, по-моему, мужчин там же должен торчать, там же кость у нас. Даже сам кости, вы знали? Много костей. Мне кажется, там что-то есть. Кого ты? Неси медведя. Какая обезьяна с тарелочками. Уйди. Во, ключ. Капец, я умный. Так, это у нас кубики какие-то. Мяч. Он прыгает? Хорош. Куб прыгает? Очевидно, нет. Так это тоже скину. Этот почему здесь вообще стоит? Ты что там вообще встала с этой хитой? Давай мне эту марку. Да она отдыхает. Дай мне. Вот приставучая, а. О-о-о. Спят ребята. Когда пришли друзья на ночь, такие, есть что не укрыться? Как много всяких срубильников. Так вот, есть что укрыться. Понял. А я хотел туда залезть. Что там есть? Привет.
Это твой новый дом, my lieben friend Beer. Че, не хочешь сюда? А как мне туда засунуть? Устраивайся поудобнее, дом отличный. Квадратиш, практиш, гуд. Посмотрите на вот этот прием, называется незнакомка. Я не понял, как мне тебя быть? Это не все поймут, конечно, но... Хорошо. Я не придумал. Год, да? Да поди, порисуй, я не знаю, чем... Ну, насчет незнакомки, погуглите, не надо гуглить. И кто понял, тот молодец, но не понял, тот не надо. Занимайтесь обычно. Значит, вы хорошие люди, у вас все нормально пока. Ты не умеешь, да ты умеешь. Так ты не умеешь или умеешь? Да говна. Вот я еще от ладошки чьей-то не погибал. Вон куча других частей тел, найди с чем поразвлекаться. Отстань от меня. Боже, ситуация от таз, еду на хардбас. Что-то мне не нравится это, слышишь? Хочешь, я тебя ногу сопру? Или руку? Что-то я понял намек. В темноте... Что надо? Сейчас встанет. Нет. Всем здравствуйте, приятно. Стоите, хорошие ребята. Nice ass, unbelievable head. Стоять! Ну, стоять, S чисто одобрял. Полиция моя. Качает. Всем выйти из сумрака. Ой, куда ты? Ого, вы что меня лапать собрались? Некрасиво, он ребенок, он ему еще нет 18. Че вас так много? Параши, сижу вообще, типа, грустно. И вкусно. Грустно, но вкусно. Это немножко по другую ситуацию. Это когда шестая кушает других. Грустно и вкусно. Да, руки помыли, блин. Я-то какой? Я чистенький парень. Нет, не смейте. You spin me right now, baby, right now. Вижу. Я уже представляю этот запах. Жесть. Общежитие какое-то. Кого? Представитель шин Мишлен, что вы тут делаете? Дядюшка Шнюк, может быть, это какой-нибудь. Вариантов много, Полк Шнюк, правда, Полк Шнюк. Нам. Куда он? А, да? Клюнул телевизор. Подглядывает. Вкусно, наверное. Понял, высосал дементор. Телевизора озабоченный. И мой пацан такой же, судя по всему. Зацени, купаюсь. Класс, я в джакузи, это факт. Я в джакузи, вот я в джакузи, я в джакузи, прыгай. Это факт. Куда она? Тут все немножечко. Что на... она просто вниз прыгнула? Нет. Он что, разваливается, не пойму. Надо, наверное, отойти немножко в сторону. Тогда просто пробегаем это место. А ручки-то нет. Ну, короче, нам пиздец. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, это подло. Сейчас у нас опять пиздец. Может, нам просто вообще туда надо бежать. Короче, я придумал. Руку давай. Камни за ЛГБТ, и они нас не придавят. Наконец-то я не сработало, жалко. Любимое поле чудес. Камни — это явно не модератор Твича, к сожалению. Слушай, ты достал, ты в курсе? Нельзя прерывать просмотр поле чудес, иначе выйдет Якубович и на... Прощайте, барабан. Не хочу жить. Такой буквы нет. Ты куда села? Лезь под кровать. Запылесосил. Опять ее сперли. Что это от нее осталось? А, это как в ледниковом периоде, типа блохи остались от нее. А как кто залезла, слышишь? Ну-ка давай, вылезай. То есть ее реально вытащить? А, ты там не одна, я вас понял. Ну, тогда счастливо там оставаться, в принципе. До свидания. Ну пока, в принципе, я домой. Я пошел спать. Годный видос, ребята. Ссылка на оригинал, как всегда, в описании. Приходите, подписывайтесь на Валерку. Игра великолепна. Интересно, будет ли третья часть? По идее, он ее почти прошел, там чуть-чуть осталось. Немножечко, прям вообще микрописечка осталась для прохождения. Но будем ждать третью часть. Little Pony Nightmares 23. Ждем. Ссылка, опять же, в описании. Если нравится мой канал, нравятся реакции, можете подписаться на меня, поставить лайк, написать комментарий, нажать на колокольчик. Мне было бы очень приятно. Все, ребята, всем удачи, всем пока.